Продолжается капитальный ремонт путепровода на Бурашевском шоссе. В администрации Твери подчеркивают, что работы на объекте ведутся с соблюдением скорректированного графика. Согласно ему, первые автомобили должны проехать по отремонтированному участку уже в конце июля. Тему продолжит наш корреспондент. К ремонту Бурашевского путепровода строительные бригады приступили в июле 2019 года. За прошедшее время был произведен значительный объем работ по ремонту мостового сооружения. Самой сложной задачей оказалась реконструкция опорных балок, которые были в неудовлетворительном состоянии. Сначала их поочередно сняли, часть отремонтировали или заменили, а затем в полном объеме установили на место. Теперь в администрации города отмечают, что основные работы завершаются. В течение следующего месяца мост постепенно станет доступнее, как для автомобилей, любителей, так и для пешеходов. Он будет вводиться, так скажем, поэтапно, то есть, скорее всего, возобновится сначала движение здесь автомобильное, да, может быть, по одной из сторон, если это будет нужно, а к сентябрю, может быть, даже к середине августа у нас получится и путепровод, и, соответственно, все прилегающие зоны здесь будут тоже отремонтированы. По завершению работ на самом мосту начнутся работы по благоустройству близлежащей территории. На сегодняшний момент параллельно готовится проект по благоустройству подходов к Бурашевскому путепроводу. В рамках этого проекта будет отремонтирована проезжая часть под Бурашевским путепроводом. Соответственно, вся прилегающая территория, будут устроены тротуары, освещение, барьерное ограждение. Ну и, соответственно, озеленение в тех местах, где оно будет нарушено во время строительства. Контроль за ходом работ на путепроводе осуществляется в постоянном режиме Министерством Тверской области по обеспечению контрольных функций, администрацией города Твери, региональной дирекцией территориального дорожного фонда и специализированными организациями авторского и строительного контроля.